Всем привет, вы на канале Майпетс Планет. Серафон Микрофуска. Это муравьи, которых я поймал, точнее поймал матку. Скорее всего, это не, на самом деле, не эти муравьи. Пожалуйста, помогите определить вид. Я подключил, хочу подключить к пробирке арену. Для этого я прорезал дырку и вставил туда сальник от электрораспределительной коробки. Я это делаю для того, что, например, в пробирке тяжело кормить муравьев белковой пищей и сиропом. Поэтому проще будет подключить арену, потому что пробирка загрязняется, и, ну, в общем, это вообще просто не очень удобно. Вот я уже вставил пробирку, открываю вату, то есть, чтобы муравьи могли уже выйти на арену. Но муравьи не спешили этого делать. В пробирке находилась три муравья, расплод и матка, и они не спешили выходить. После съемок этого видео муравьи до сих пор не вышли, и я не знаю почему. Видимо, они какие-то трусливые. Ну, возможно, я что-то делаю не так, так как я точно вид не знаю, и буду считать, что это формика SP. У них даже есть сейчас яйца у одного рабочего, и это очень хорошо. Ну, в общем-то, вот такое видео было. Муравьи до сих пор не вышли, не знаю почему. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet. Всем пока.